Всем привет, мои хорошие, мои любимые. Я сейчас содрала все пальцы себе, видите, мозоли на руках, потому что чистила стулья, доделывала химчистку и натерла от щетки, которую терла. Также сделала химчистку ковра. Он немножко влажноватый, поэтому по нему мы не ходим. И там мои стульчики стоят, сушатся, вот, видите. Еще с утра было солнышко, я хотела стулья выставить на террасу, чтобы высохли. И тут же, как я это запланировала, затянуло все небо, дует сильный ветер и очень пасмурно. И сильный ветер поднялся. Мои два помощника стоят, один для сухой чистки, другой вот нужно разобрать. Я не поняла, как его чистить, очищать вот этот моющий, который после химчистки. Два помощника агрегата. Вот, ну ковер такой прям чистый-чистый. Единственное, что он влажный, по нему не ходить. Вот. Только что заходила соседка. Гостя и принесла вот такую милоту, сердечко, пиццу, очень у нее вкусная, это с бекончиком, а это с пепперони и с грибочками, очень вкусное у нее тесто получается, вообще обалденное. Вот. Всем еще раз привет. Губы намазала кремом просто. Поэтому жирнючая. У нас сегодня солнышко. Ну так, ну ветер. Повесила сюда белье сушиться. Потому что мне надо, чтобы высохла вот эта рубашка. Сегодня у нас практика. Тематическая. Этот черно-белая, поэтому, наверное, белую рубашку такую, расфуфайку наденет, ее постирал. Вот, и я замариновала куриную грудку, отбила. Сейчас буду жарить отбивнушки в муке. Сейчас обваляю, они у меня маринуются. И буду немножко приводить себя в порядок, собираться. В общем, домашние дела у нас. Относительно все хорошо, да? Нет. Макса идут уроки. Что-то там с оценками пока. Тудым-сюдым разбираемся. Через неделю они уже будут выставлены четвертные. Пишут они ВПРы какие-то, ну какие там по предметам. А радует сегодня, что солнышко. Вчера и позавчера весь день дождь шел, очень сильные порывы ветра, прям ураганище. Вот. А сегодня солнышко. Я надеюсь, прям, ну, надолго будет у нас такая погодка. И скоро нам на турнир еще ехать. Билеты мы еще не купили. Еще нет расписания турниров. Какое время, кто когда танцует отделение. Поэтому я пока не беру. Сегодня проснулись очень рано от хлопков. Сильные были прям такие. В 6 утра, да, в 6 с чем-то. Потом, когда уже я заснула, надо было уже просыпаться утром. Тяжко было. И я какая-то сегодня прям сонная. Вот. А так, в целом, все хорошо. Оставайтесь с нами, смотрите практику. По-моему, там можно будет родителям. Ну, если нет, то нет. Что теперь? Ну, я думаю, что можно, да? Разрешат. Thank you.
Thank you.